Ну, ты знаешь, у меня же есть потрясающая история с песней «Грустный дэнс», потому что... Что? Так, так, подождите. Мне, значит, Дима Лорен прислал песню «Танцы на нервах». Она мне очень понравилась, я ее купила и впоследствии даже выпустила. О, она будет послушать. Прошла неделя, и Дима прислал мне «Грустный дэнс». Обалдеть. И я как бы говорю, блин, классная песня, но она очень похожа на «Танцы на нервах». И типа, мне и там, теперь даже и там, интересно послушать «Танцы на нервах». И там в припеве про дэнс, я говорю, ну смысл как бы покупать вторую похожую песню. И мы ее не купили. И просто проходит типа месяц, два, наверное, ее выпускают Артик и Асти с тобой. Угу. Обалдеть. И трек просто разрывает. Ну да, это главная песня вообще года была.